Привет! В этом видео я покажу, как сделать шрифт в программе Adobe Premiere Pro максимально четким. Думаю, многие замечали, что в программе Premiere Pro шрифт какой-то мыльный и не детализированный. Это видно на таймлайне и в других частях интерфейса. Но особенно это бьет по моим глазам, когда я смотрю на вкладку Effect Controls. К счастью, это недоразумение можно исправить. Для этого нужно вызвать консоль. Делается это при помощи комбинации Ctrl плюс F12. Нажимаем эти клавиши и видим окно консоли. Нажимаем на три полоски, клик на Debug Database View и в поисковой строке пишем Font. Видим пункт Use Adobe Clean Font и снимаем с него галочку. А в этом пункте я рекомендую ставить значение 10. После этого закрываем консоль и перезапускаем Premiere. Видим, что шрифт теперь четкий, нет никакого эффекта размытия, а читабельность гораздо выше. Сравниваем с тем, что было, и видим, что ничего не изменилось. Конечно, из-за записи экрана и тем более через монитор увидеть разницу будет сложно, однако в жизни она просто колоссальна. Рекомендую поиграться с этой функцией и убедиться в этом лично.